Приветище, Амигос. Ну чё, вот и вышел последний эпизод Life is Strange. Life, который обещает быть, наверное, самым интересным за всю эту игру. Ну, потому что предыдущий эпизод был хорош, согласитесь. Вот это поворот. Вот до него мне, наверное, никакой не понравился. В общем-то, я думал, что это игра про тупых дур, которые что-то мают с какой-то ерундой. Ходят, бутылки собирают. Но вот последний сезон действительно заинтриговал. Всё-таки Джордж Мартин подал хороший пример многим сценаристам на этой планете. Уже наконец-то и сценаристы этих «Ходячих мертвецов» начали пускать в расход главных героев. Глядишь, так и сериал закончится. Но речь не об этом. Так, Life is Strange, да, многие ждали, многие надеялись, многие верили, и вот и он. Выбрать эпизод, да, конечно же. «Раскол», последний эпизод. Это игра, в которой, да, мы в курсе. Это игра, в которой между эпизодами, собственно, как бы... Ваше решение что-то на что-то влияет, но только не между разными эпизодами, как я понимаю. Вот в отдельно взятом эпизоде можно на что-то влиять. И все-таки я не понимаю, при чем тут этот ураган? You and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Ну, все, конечно, поняли, я по комментам прочитал, да и сам высказал такую версию, куда и как Макс Коулфилд перенесется сейчас из плена. А может быть, отчим наконец-то ее спасет хоть. Ладно, это все понятно. Все помним, все знаем, тем более все серии на канале есть, да и не только на моем, поэтому смысл-то смотреть. Отражаются на прошлом, настоящем, будущем. Но я считаю так, что эти игры, где можно влиять на сюжет, пока что находятся только в самом начале своего длинного пути развития, и в общем-то ни на что влиять толком нельзя, даже в легендарных играх от Telltale. Хоть ты выбирайся, но в начале Игры Престолов маленького лорда убьют. То есть, как бы, в чем вариативность-то? Как, собственно, и в «Ходячих мертвецах» ты там решаешь только, выживет вот этот чувак или вот та дура, и все равно ты с обоими попрощаешься в конце первого эпизода, и они разойдутся. То есть, в чем выбор-то? Какая мне разница, прости господи? В «Ведьмаке» он с черной Марой, и то лучший выбор был. Вырежут деревню духи или не вырежут? Итак, вот она, проявочная комната, где теперь Макс Коулфилд рискует найти свое последнее пристанище и сделать свои последние селфи. Не селфи, фотки. Я думаю, что ее спеленали, и селфи она сделать не сможет ни при каких. Какие у нее. Какой маникюр? О боже, они вырвали ей ногти. Проклятый садист. Грязный ублюдок, что ж ты наделал? Не, я понимаю, что здесь графика такая. Как-то я художник, я так вижу, но ногти-то надо человеку нарисовать, ёлки. Интересно, а фотограф их это? Ну, того самого, хоть или он только фоткает? Да он какой-то порожняковый маньяк. То есть он не на сексуальной почве маньяк, видимо, а просто дебил. Сука, отбитый. Причем ему студентки сами давать предлагали за победу в конкурсах. Че, зачем бы он тогда их похищал? Хотя Макс не предлагал, может он именно на нее пипиську точит. Сейчас узнаем. Хотя Максим не самая фигуристая и клевая тёлка в своем классе, она вообще как-то отстает в развитии. Фигура у нее вообще как у 10-летней девочки. Dark Room. Проявочная по ихнему это Dark Room. О, кстати, здесь можно и на геймпадике. Так будет более плавно. Ну, симпотная, конечно, но когда я на нее смотрю, я чувствую себя каким-то педофилом. Мне кажется, что ее время явно не пришло. Так, что тут у нас? Освободиться. Он не мог какую-нибудь нормальную веревку-то найти, ёптать? Скотчем каким-то бумажным ее для окон, сука, приклеил. Инвалид, блядь, недоделанный. В
Конечно, еще и на самом видном месте. Что на самом видном месте, твою мать? Подкатить. Ну, давай, подкати. И что ты там полезного увидела? Шприц? Освободиться нам поможет бумага для принтера. Слушай, там просто твое лицо. Ничего такого нет. I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Да-да-да. Я думаю, что Square Enix надо сделать следующую игру про нашу героиню из этого из ночного клуба. Ей тоже, наверное, больно смотреть на себя на таком состоянии. I promise I would never go back in time like this again. А чё толку-то туда перемещаться-то? Перемещусь туда, ведь я упоротая. Покайфую. Кайфуем сегодня мы с тобой. У нее даже на черно-белой фотографии глаза убитые. Этот ракурс подчеркивает твою невинность. Чувак, ты не то место фоткаешь, если хочешь невинность ее подчеркнуть. Ни хрена я не понимаю в вашем искусстве. Но работа фотографа начинает мне нравиться. Вот тоже работа. Сиди, блядь, на кнопку вспышки нажимай. Вот так вот. Поняли, девочки, не делайте селфи. Можете попасть в херовую ситуацию. Селфи опасно для жизни, как сказали в Южном парке. Может, ты... Я понимаю, если бы ты порнуху снимал, но это так полная херня, ты понимаешь, какой ты дебил? Но если бы ты их не убивал, тебя бы даже не посадили. Бля, в чем состав преступления-то? Был бы. Ни насилия, ни порнографических фоток, ну валяют стёлки и чего. Along with Arcadia Bay. Блять, ты так интересен просто вообще. Самый интересный маньяк. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my head. А, он их в сарай уволок. А, ну да. Not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that I killed that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history, like most Arcadia Bay troubles. А в чем там самооборона? Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die. I wasn't lying when I said you have a gift. Он ее убить собрался. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe. A new dose will calm you down. Ну и чё вот она сюда перенеслась, и чё это ей даст? Отстой какой. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact,
You never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Я думаю, многие дети должны сделать вывод о том, что надо слушать учителей, а то они могут психануть по этому поводу. Да, безумно интересная сцена. То, что он отбитый, было и так понятно, но решили уточнить. Ага. Она испортила ему снимки. И той фотки, куда она перелетела, может там больше не быть. Какой же это пиздец. Да, теперь там есть другие фотки. Камера. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Whoa. I'm definitely more awake in this photo. Ну, явно в сознании толк-то. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Might work. Please work. Как-то много полетов в этой части. Ну давай, работай. О да, мы здесь. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. Виктория бы убила за то, чтобы показаться на ее месте. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same. Да, я представляю эту номинацию. И в конкурсе на лучшее фото года побеждает селфи. Why are you doing? Учителя бы на кол посадили, наверное, учителя. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment, innocence. Перед тем, как она перерастает в страх. To white, to gray, and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. Лучше бы ты был одержим запечатлением момента лишения невинности, придурок, блядь. An aura, and those lucky few become my models, my subjects. Yes, you're a psychopath, and this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Лжепанк шлюхи. Ты убил Хлою, гореть тебе в аду. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet. Ну, в моей версии Кейт погибла вообще-то, но здесь. Кейт выжила. Бла-бла-бла. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. When you told the principal that I made Kate cry, I thought you almost had me. It's good our esteemed Principal Wells is like most administrators, a closet drunk. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Вместо домашних заданий. Да, я, блин, я винду просто переустанавливал, и поэтому сейваки от прошлого прохождения, видимо, погибли трагически.
У меня вообще какая-то проблема с запоминанием того, что сейваки надо куда-то переносить, сохранять. Так, ну какая разница? Финал у этой игры все равно, я думаю, будет в основном один. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. Тебе наплевать на него? Да какая мне разница, плевать ему или нет? That makes two of you. I hope Nathan realizes vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. На наркоту тоже нового посадил? Your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Oh. Нейтан убил Рэйчел. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway, давай показывай. Rachel is dead. Дай фоток-то посмотреть. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway. So look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. Убитый, похоронен. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind. Of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Надо камеру как-то сломать, походу. I have all those photos in my diary. This could be a way out. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Да, но как? Max, I wish you could see yourself now. Больше ничего нельзя сделать. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Focus, but that's my fault, Max. Надо ждать, сидеть, пока он подойдет, видимо. Даже руку не развязать. Хотя у нее получалось ногу освободить, сейчас она этого не хочет делать. А, вот, можно перемотать время же, точно. И что это даст? Wait, please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session
was a career high for me. Можно мне посмотреть на фотографии? У вас остался мой дневник. О, посмотреть на фотографии. Покажите-ка мне. That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. But I love. Хочу увидеть титьки Рэйчел. Through my camera eye. Too perfect. Ты чё, осёл? Нет? Не дал посмотреть на фотки? Петух тупой, блять, чтоб ты сдох, а? Вот и выбирай разные варианты. Давай, скорости. Ну давай, давай, мотай, ёпта. Да, твою мать. Wait. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Ну что ж, у нас есть фотка, как далеко она сделана. Oh my god. I could go all the way back to the moment this all started. Max, this could be your chance to fix everything. Это самое начало игры, как я понимаю. I could frame any one of you in a dark corner. Да, с этого началась игра. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic trick. Right back where I started this insane week. А ты не могла найти... Ну, теоретически, она может найти фотку, где еще Рэйчел жива, например, или как-то... Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Дегородный процесс. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try? Max начинает на него наезжать. Okay, the Daguerrean process. Blah blah blah. Виктория сжала губы в кошачью задницу просто. Let's move on. Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular. Mainly because it gave the subjects clear. Что у нее с ногами? Как она так сидит? You can learn more when you finish reading the assigned chapters. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes. Time to change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the first. В Сан-Франциско полетит. Real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Ну так и... А как... I have to warn David about Jefferson and the dark room. Дэвиду все-таки, да? Телефон. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life. Ну так а где номер? His diary literally saved. I hope I still love photography when this is done. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? У нее в сумке есть номер. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Found you. Так, глава охраны Дэвид Мэтсон. 555-63-8243. Это как телефон, знаете, в какой-нибудь рекламке, которую навязчиво напевают, чтобы вы там запомнили номер, типа 228-5-535-6535. Что-то там проще позвонить, чем у кого-то занимать, но здесь что-то такое.
Но все равно, пожалуй, я запишу эту хрень, потому что не очень-то какой-то запоминающийся у него номер. Почему-то у всех номер с трех пятерок здесь. А, ну это, видимо, не мобильники, это стационарные телефоны. Его может и не быть, как бы, по этому номеру. Так, пердупердить Дэвида. I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. А чё, мне номер не придется набирать самому, что ли? Быть такого не может. Твою мать. Дерьмо собачье. В прошлом эпизоде была чертовски идиотская миссия, где надо было сопоставлять улики в одну. Мне она очень не понравилась, еще и три подряд. Вот, а здесь даже номер самому набирать не пришлось. Вообще-то ты говорила, что ее снимки очень даже неплохие, а теперь она говорит, что даже камера тебе не поможет, какая ты тупая мразь. Дневничок-с. Ох, Виктория, а вот теперь мы могли бы стать подругами. Телефон сел, и теперь мне скучно. Пора снова уйти в поэзию. Почему я струсила сдавать фото на конкурс? Да потому что херовый из меня фотограф. А вот Марк Джефферсон рулит. Все его здесь так любят, но его, похоже, заботит только Макс Кей. Я хочу ненавидеть ее, но ей будет все равно. Зависть грех, Вик, возьми себя в руки. Ну да, неплохая она и бабёнка, хоть и пизда редкостная. А вот и, собственно, Кейт. И если мы изменим будущее, то какая в жопу, собственно, разница? Спас я ее в предыдущей главе или не спас? Я ее в предыдущей главе, а я ее не спас. Но она теперь будет жива в любом, походу, нахрен случае. Рэйчел, I'm sorry. Ну, ты бы могла вернуться во времени еще пораньше, найдя еще какую-нибудь фотку. Но нет, но нет. Виктория, мне жаль, что тебе приходится стоять рядом с этим психом. Да, и мне жаль, что у тебя жопа и вообще талии никак не выделена. Странная фигура у тебя. Мистер Джефферсон? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? I can see you're kissing ass again. Nothing new. What did you just say? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? Not until Victoria knows that hiding behind a screen and posting videos of people is totally fucked up. You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life? Она еще ничего не выложила. If you have any feelings left, you should think about your actions. Listen, I didn't. Of course you did. You're so insecure, you can't even be happy with your own talent. You have to try and bring everybody down to your mean and ugly level. Okay, I do not have to listen to this bullshit. Да. Мы, говорит, с Викторией могли быть бы подругами. Пришла и отхуесосила. Then I guess I'm done talking. I sure hope so. I'm not going to say I didn't enjoy. Окей, это какие-то дьявольские глаза становятся. Why? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No, it wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. То есть мы сейчас пройдем снова по ключевым эпизодам. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. Интересно, а что, учителю можно делать такой конкурс? Победитель полетит со мной в Сан-Франциско. В Таиланд бы еще позвал тогда сразу. Be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Так, ну. Этого не было, это было. В смысле, ничего не поменялось.
Здесь тоже. А при чем тут этот Барак Обама на дежурстве? Ага, вот они ворвались к нему в проявочную. Он не довел до слез Кейт. То есть Кейт не пострадала никаким образом. Этого не было, получается. Они вместо этого нашли тело Рэйчел. Макс Колфилд, ученица года, на радость Виктории, которую аж держат, чтобы она не бросилась в рукопашную. И он, естественно, не убил Хлою. Отлично. Да, здравствуют, хэппи-энды. Как же это круто, ёб твою мать. Я только не понял, а эпизод вообще про что будет, если уже все хорошо кончилось? Она уезжает. Отсюда. Больше, типа, она не хочет тут тусоваться. Воу! Так можно и всю жизнь промотать. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Ты на самолете. Как так можно было написать? I hope I did everything right this time. Арестован местный учитель. Good work, David. Интересно, что мы будем делать в следующий час геймплея тогда? Или это этот эпизод так, минут на 15? Среди всего этого природного безумия, раннего снегопада и выброса китов на берег, многие жители сообщают о появлении двух лун прошлым вечером около 20:00. Свидетель утверждает, что двойная луна была... Да в жопу двойную луну! Найденный охраной Блэквелла бункер породил скандал. Получив ряд сведений от Дэвида Мэтсона, главы охраны Академии Блэквелл, в этот вторник офицеры полиции спустились в странную подземную комнату, якобы используемую преподавателем Блэквелла Марком Джефферсоном и его учеником Нейтаном Прескоттом. Они накачивали наркотиками, а затем похищали молодых девушек для того, чтобы фотографировать их. И хотя никаких других следов физического или сексуального насилия на жертвах найдено не было, тревожные откровения шокировали спокойный город Аркадия Бэй. Даже Шон Прескотт, самый влиятельный человек в городе, находится под следствием в качестве собственника дома на ферме, где и располагалось высокотехнологичное проявочное продолжение на следующей странице. Почему-то мы не можем полистать чужую газету. Что это такое? Галерея Zeitgeist представляет Герои дня, выставка и регистрация авторов работ, галерея или Zeitgeist. Хер его знает, как это читать. Давай включим экранчик, может там кино покажут. I'm so stressed, but I'm so excited too. В Сан-Франциско. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Ну так и чего? Вот там не мистер Джефферсон. Похож просто, наверное. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Hot Dog Man. Chloe and I used Круто to как. Totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Когда мы еще были невинны. А ты уже где-то это? Может, сейчас самолет упадет? Hope you enjoyed your trip, and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping. Это ректор Синебол. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max.
Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. Мягко говоря, напряженно. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience. Да ладно, мужик, не парься, доставай свой фуфыль, давай дерябнем за победу, ёптать, сколько можно ныть. Я ж знаю, ты синяч. О! Christ! Another nosebleed? Тампон суй. Макс, you're not just screwing around with time. А чё такое, опять перематывается, что ли? Zeitgeist Gallery. Где-то тут висит селфи Макс. Супер фотка. Не так ли? Там кто-то сфоткал кадр из фильма «Терминатор», по-моему, где Шварценеггер руку показывал. Неужели Макс сменила кеды и свое шматье на что-то новое? Обалдеть. Сан-Франциско так круто. И эта галерея огромная. Так и буфе. Если ивент скимпс на еду, ты знаешь, что это ивент. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. Икру. I hope you take Главное, чтобы меня не заставили есть икру. Особенно, наверное, черную, ёпта. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I Просто Макс по возрасту уже давно пора на шишке побывать. Да завали ты уже, пошли посмотрим, что тут есть, и закончим эту. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Да-да-да. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary. Главное, только не фокусируйся на снимках, а то опять улетишь куда-нибудь. Everyday Heroes. Everyday I'm shuffling. Так, ну чё, где Макс Колфилд? Макс Колфилд. Вон она, в левой колонке, шестая сверху. Пятая. С другими. А они чё, тоже маньяка поймали, что ли? Чё они тут делают? Да чё ты делаешь? Где бег-то? Эй, блядь! Сейчас я её угроблю, походу. А чё? А, бега нету. Ага. Может, на клаве есть? А на клаве даже ходьба сломалась. Отлично. А, вот. На стрелочке. Как это удобно. Так, посмотрим. Собака обнимает младенца. Потрясающая фотка. Последний день из жизни мальчика больного лейкемией. Он улыбается. Классная фотка. Базара нет. Так, что тут? Стюардесса, наверное, с упавшего самолета перед отбытием делает под козырек. Так, дед и бабушка чьи-то угорают. Очень классно. Мужчина, поговорить. А, девка голосует с табличкой куда угодно, лишь бы из этой дыры. Так, тут какой-то дурачок сфоткал сам себя в зеркале фотоаппаратом. Очень классно, очень по-взрослому. Тут, значит, чувак с двумя ломами железнодорожными взобрался на Эверест. А вот и победитель. Две лесбияночки сосутся, это очень круто. Да, это лучший герой дня, конечно. После того, как Кончита Вурст победила на Евровидении, теперь можно всякую мерзость пропихивать и выдавать за великое искусство.
Чё, куда уж там этой девочке-инвалиду или офицеру, погибшему в Персидском заливе, или голодному мальчику-негритёнку, который нашел свою семью, а вот гроб этого офицера, наверное. А вон там еще наверху какая-то хрень. Куда уж им для двух сосущихся лесбиянок? На что у всех встало, те и победили. Вот опять солдафоны, полиция. Собачки-солдафоны. Черная раба под гнетом белых людей. Рабства нет, но оно живо. И вот фотка Макс Колфилд. Как эта фотка сделана? Она стоит на фоне стены. Со своими фотками. Спасать положение. И чё, блядь, такого разохрененного в этой... Это же обложка игры, насколько я помню, или даже какого-то эпизода. Больше всего людей толпится у ее снимка, целых четверо. Это успех, твою мать. О, Макс штормит. Хьюстон, у нас проблемы, мы падаем. Хлоя! Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jetlag. Все нормально, просто у меня еще это, месячные пока только через нос идут. Я же это, невинная девочка-то. Может, это связано? Left the ringer off, idiot. Come on. Please answer. What? А, ну да, торнадо же. Chloe, can you hear me? Hello? Да, что уж там до Джефферсона, если торнадо на город обрушится. Она ж хотела торнадо остановить. The tornado was real. I didn't fix shit. We will die. Сука, началось в колхозе утро. О. There has to be a way to stop this. For good. Кто-то вдохновился видео с тренировки Барака Обамы и сделал экспозицию на эту тему. Так, надо куда-то... О! Ёб твою медь. Какой кошмар. Похоже на какую-нибудь сельскую буфетчицу. Chloe can't die again. I have to save her. Мне кажется, что... Что это было? Что Макс должна просто умереть в конце этой игры. Это и будет главной драмой. Главной сенсацией, так сказать. Но, видимо, сейчас надо опять подойти к своей фотке и улететь. Ну, какая классная. О, у нее нога искусственная. Ёб твою мать. Ну, опять победа духа над телом, все дела. Покемон какой-то он в коробке живет. Медсестра, уставшая от своей работы на фоне кардиомонитора. Обложка фильма «Все умрут, а я останусь». Ну вот это Терминатор, Терминатор 2 точнее. Да, сфокусироваться на фоне, ну, блин, кто бы мог подумать. Ах, понеслась. При помощи стиков немножко. Excuse me, I'd love to ask you a few questions. Пшёл нахуй, не мешай, ёпта. Sorry, but... Отвлеки меня еще раз, и я тебе эту... Рюмку, блядь, ножкой в глаз воткну. А, вот как она сделала. Гениально. Воспоминания плавятся. Мозг плавится, небольшую, чтобы... Sorry, San Francisco. Chloe comes first. А-а-а.
она проигрывает конкурс. А я думал, она прямо сейчас побежит что-то менять. Это Сан-Франциско, город в стиле писка. Диско. Здравствуй и прощай, сука, точно. Эта песня бы сюда очень подошла. Че это он плачет? Его что, не арестовали теперь, что ли? Ёб твою медь, сколько можно? Опять она здесь, ёб твою медь. Как нахрен надоело. Блять, этой игре не угодишь. Просто невозможно ей угодить. Все через жопотень. Да, блять. I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. Transformation between the old Max and the new Max. Anyway. Дай ему по яйцам, ёпта, вкати ему просто, по шар, по орешкам ему прям. Чтоб скорлупа хрустнула. Пошел нахуй, Джефферсон. Fuck you. Вот они, волшебные слова. Это заклинание покруче Авада Кедавры. Джефферсон, ты сядешь? Ты сядешь, и там будут драть тебя в задницу. Это же американская тюрьма, там все на этом клином сошлось. Все члены этой тюрьмы черные, латиносов, желтокожих, блядь, белых, охраны. Все члены клином в твоем очке сойдутся, сука, когда я тебя посажу. О, он сжег мой дневник. Джефферсон, забудь, что я только что сказала. Давай дружить. Weird going on with you. А вот и ураганчик, походу. Did you see how crazy it is outside? Like I said. Чувак, беги фоткать воронку. Нахер тебе фотки этой дуры. There's that fear. Max, it's an honor. Господи, сука, как мне охота ему лицо обглодать. И бери свою хлеборезку. Сука, из кадра уже. Гребаный ты, Джонни Депп. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Господи, ёб твою. Please. Don't do this. Лучше бы ты мясной укол сделал, чем этот вкалывать ей эту хрень. Он ничего не набрал, пустой шприц. Поршень же в конце. Видно было, по-моему, нет. I promise. This final dose. А, можно перемотать еще. Странно. Его ширинка, оказывается, регулярно оказывается так близко к ее лицу. At least. И че? А смысл-то туда перематывать? Там ничего нет. Чё сюда перематывать? Это же ничего не дает. А, диалог может какой? Нет. Она уже послала его нахуй. Тут смысла уже нет. Все понятно. Ну чё, Ширяева. Понеслось. Куда он курит? В шею, что ли? What? Это что такое? Хлоя, может, еще жива? О! О, фотограф спецназовца уделал.
А вот теперь, походу, надо крикнуть: «Дэвид, берегись!» Тупая баба. Wait, hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. И чё, она попросит? Надо его как-то отвлечь. Дай мне, я тебе сосиски сделаю. Можешь включить музыку, стакан воды. Можете выключить свет. Сфотографируйте меня. Вот правильный момент. Правильный ответ, 100%. Он же ёбнутый на фотках. I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned from me. Блять, ебу Кентий. Мне кажется, он фоткает на видеокамеру с объективом. На олдфажную такую. Вот какая. Это, наверное, лучшая фотка, Макс. И хрен или собачьего это дало? А, погодите, погодите. Надо бы музыку включить, чтобы он не услышал, наверное. What? David, watch out! How? How did you know that? Дэвид такой тупой, что его хоть предупреждай, блять, хоть не предупреждай. О, ёпта, я управляю этой дракой, вот это круто. Джефферсон, it's over. You are not going to stop me. Ах ты, ёб твою мать. Дэвид Мэтсон, of course. Well, this is what you get. Ой, ёб твою, Дэвид Мэтсон, ну ты и спецназовец. Блять, что, опять нихуя? Over. You are not going to stop me. Yes, sir. Да, сэр. Какой да, сэр? Отлично, отлично, они пинали друг на друга столы. Джефферсон, it's over. Grab your gun now. Got it. Пиздюк ты, блядь, ничего не умеешь, сука. Бутылка. Чё бутылка-то? Хули бутылка? Джефферсон, пей, блядь. Пиздец полный, блядь. You are not going to stop me. Бум! Прям в точилку. Двойной правой. Макс, are you okay? Are you all right? Какой ходить? Я привязана, придурок. Yes. Thank you, David. Ходить можешь. Thank you. No, thank me. You brought me here. Он следил за ней, да? Он следил за ней? Или нет? Или Let's wrap up this son of a bitch first. Оформим. Блять, спецназовец хуев, еле фотографа победил, ёб твою мать. Слава морских котиков преувеличена. В тюрьму навсегда, а может и хуже. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Но последняя фотка с вечеринки. Yes. Да, да, сука, многие, блядь, об этом тогда написали, и все сразу прохавали это говно. Уоррен, пришли мне фотку, чувак. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Ой, а ты что, и водить умеешь, что ли? Нифига себе, а ты, слышь, до педалек-то дотянешься, чтобы дорогу при этом видеть? Ладно, раз Джефферсона спеленали, и это, наверное, примерно экватор этого эпизода, думаю, на этом можно эту главу закончить, собственно, чем... А развязка наступит уже в следующей серии. Тянуть не буду, может, выйдет прямо сегодня. А может, не сегодня, я еще поломаюсь, подумаю. Чувствую себя манипулятором. О, неужели первый ракурс, где у Максин нормальная жопа получилась, ёб твою налево. Все, короче, пишите что-нибудь, жмите, все такое.